Турки приготовили самый большой в мире дёнер-кебаб. Огромный вертикальный вертел со слоеным мясом представили в Анкаре во вторник. Для приготовления такого кебаба ушло 7 коров и потребовались труды 10 поваров. Кебаб замерили и взвесили представители книги рекордов Гиннесса. Вес составил 1198 килограммов, высота 2,5 метра. Таким образом, кебаб побил предыдущий рекорд, установленный в Дубае, причем больше, чем в 2 раза. Там вес мяса на огромном вертеле составлял около 470 килограммов. Чтобы порезать мясо на кусочки, поварам потребовались специальные подмостки. Вокруг в ожидании уже собрались люди с хлебом и лавашами, желающие приобщиться к рекорду или просто пообедать.